Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 5 по 12 января. Ну что, поехали? И за первое испытание можно получить 120 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам достаточно просто завершить любую гонку. Ничего сложного, любой автомобиль, любая гонка. За второе испытание можно получить 95 тысяч опыта. Для его прохождения вам необходимо выполнить 10 идеальных техничных цепочек. Конкретного описания этого задания я так и не нашел, поэтому делюсь своим вариантом прохождения. Самый простой вариант – это набрать 20 тысяч опыта за техники. Ну а мы переходим к испытаниям в гараже. За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Пожалуй, это самые дорогие 3 призовых игры в моей жизни. Все, что от вас требуется, это потратить на машину больше 2 миллионов кредитов. Так что выворачивайте карманы и покупайте автомобиль по душе. В последнем испытании вам понадобится купить или продать 3 автомобиля на аукционе. Чтобы продать автомобиль, необходимо создать аукцион, но придется подождать какое-то время. Ну а чтобы купить, много времени не надо. Достаточно выбрать горящие предложения или поиск и выбрать интересующий вас автомобиль. Я не стал соревноваться в ставках, поэтому просто выкупил автомобили, которые давно хотел. Ну а приз за последнее испытание – это Ford F-150 Raptor с бонусом на кредиты и 55 тысяч опыта. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Фарзафон, который стартует 12 января. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.